Женщины, которые побывали со мной хоть раз, не могут этого забыть на всю жизнь. И я тут уж ничего поделать не могу. Она меня хочет. Не понимаю, вам, конечно, очень тяжело сейчас, мистер Крицки. Хотите, поднимемся ко мне в квартиру, и вы меня погреете? Ну, без всяких извращений. В первый раз, так сказать, обычный вариант. Мужчина сверху. Я думаю, вас греть не надо. Вы разгорячились уже на двоих. Алло? Алло, Бен Сингер. Крицкий? Это Крицкий? Yeah. Да. Я решил позвонить. I'm вы где? Что-то плохо слышно очень. У нас тут вечеринка. Я, конечно, не обещаю вам никаких чудес, но, может, приедете, у меня есть одна роскошная мыслишка. Я подумал, может, вам захочется заглянуть и проверить, как что идет. Значит, вы просите, чтобы я приехал к вам, Крицкий, да? Вы же должны контролировать мои действия. Вы хотите, чтобы я приехала к вам и встретилась с вами, так вы могли бы просто это попросить. Ну, приезжайте, встретимся. Не могу. Я весь день была в суде, даже не добралась до своей конторы. Я без задних ног. Тогда в другой раз. Пока. Пока, Луи. Луи? Луи!